парк, который я хотела, когда я говорила. Мы здесь были уже. Который я говорила, где мы вокруг озера несколько этих обходили километров. И когда я очень хотела, но сюда не получилось приехать. А вчера была пятница, тоже не получилось. Сегодня, вопреки всему, все-таки мы приехали. Я не знаю, мне здесь очень понравилось. Да, здесь большая территория, да, все не пройти. И... Ну такое. В пятницу здесь свадьбы были. Что-то я очень много внимания к вам привлекла. Ну, собственно, суббота, как я и говорила, здесь полно народа. Что мне не очень нравится. В прошлый раз было намного. Нет. Ну, я не знаю, может быть, мне не кажется, народ до сих пор неожиданно много. Ну, ладно. Будем смотреть. Может быть, в другую сторону куда-нибудь удастся сходить. Здесь прикольно. Я знаю, здесь огроменная территория, есть куда пойти. Знаю, где еще куда. И будем сегодня наслаждаться. Не знаю, меня прям сюда тянуло тогда. И когда не получилось сюда приехать, я была очень расстроена. Не знаю почему. Сейчас мы сюда приехали, я очень рада. Ну что-то нет. Ладно. Хлеб, потому что когда мы здесь были в прошлый раз, было очень много, я не знаю, какой-то утки, гусик, не знаю, было очень много, у нас ничего не было, сейчас специально взяли хлеб покормить, и что-то, как назло, ни одного гуся, утки, гуси, не знаю, будем надеяться, может, один какой-то затесался, где покормить, что зря хлеб перли, правильно? Хлебушком подкормить. Нет, ни одного. Но было много. Ну куда-то же они делись. Да? И ничего не так холодно. И где-то они тусуются. Thank you.
раз вот здесь здание было разрушено. Если не... Тут два было дома, если не ошибаюсь, это именно то здание, где нам типа что-то не показалось. И, по-моему, это оно. И сейчас поближе попробуем подойти, я все-таки засниму еще раз. Ну, как бы, по-моему, это он. Жутко, особенно если здесь вечером, когда смеркается, здесь наедине вот так вот идешь. Такое, знаете, очень даже не очень. Эх, народу поменьше. Она была вчера их. Жутковато. Ну, красиво. Скорее всего, так как он огорожен, во-первых, наверное, что-то падает с него. Во-вторых, чтобы любопытные не лазили туда, внутрь. И красиво, и жутко одновременно. В этом доме, да, в окне мы что-то видели. Предыдущий, ну, видео. Это парк Кузьминки, кстати, да. Здесь... Это птица на окне, я боковым зрением мне показалось, что что-то кто-то такое. На окнах голуби. Ничего нет, я думаю, старые доски какие-то развалины. А если там в таких домах что-то и бы, ну, было, да, до последнего времени, все это уже разграблено, растащено, растаскано. Я думала, мне показалось, мне не показалось, здесь нет стены. Сейчас. Ну, уток и гусей мы не наблюдаем. Их просто нет. Ни одной. Ни одной. В прошлый раз было много, сейчас ни одной. Я не могу, мне все время кажется, что там свет кто-то включается, то там еще что-то. Ну,
Придется хлеб домой нести. Нет, ну был, как бы он здесь был явно, но сейчас нет. Стены нет, стена есть, вот она, это крыша обвалилась, поэтому со стороны стой, такое ощущение, что нет просто здесь стены, а это нет крыши, а так и не скажешь. Представляете, вот здесь реально жили люди, не знаю, такие места меня немножко начались. Вверх-вниз, ну что это вот это вот. Ну вот эта речка, она же огромная, мы в прошлый раз ее обошли, она очень большая, наверняка были какие-то мосты, возможно деревянные мостики, сейчас их нет. Территория очень большая, красиво, необычно, но перейти на ту сторону нельзя сейчас, по крайней мере, это либо обратно, либо делать круг. Так, чтобы хотя бы в середине дороги был какой-то, не знаю, мосточек. Такого нет. Что-то я не знаю на всякий случай, потому что на кошку какие-то мухи падают. Я даже не пойму, откуда они сыпятся. Ну, тут, правда, везде, но я уже два раза. И свой рюкзак чемодановский одела на два плеча, потому что уже плечо отваливается. Ну, вроде... Я не понимаю, что это. Болото. Куда мы зашли, непонятная история. Ох ты ж. Если бы речка была, ну, как это, не глубокая, да, то прям пройти можно было. Но нет, мне кажется, что она не глубокая, там в середине довольно так глубоко. Еще люди, мы сейчас прошли, человек 5 я увидела, загорают. Уже как бы 19 градусов загорают. В машине, по крайней мере, показывала 19. Не знаю, это кусочек солнышка нашли вот так вот, да? Видите? Коп сразу расстелил и лег. Нырнул. И лежишь себе, обалдеешь. Мы пошли. Никого. Так что печалька, но. Увы. Не
никого мы сегодня, я так чувствую, не покормим. Другой носочек. Тёмка вон идет сзади. Он мне периодически на свой телефон. У него намного лучше, ярче, четче. Картинка 3D как-то он делает. Да. Пятно и больше обзора. А у меня типа тупо вот и все. И только я и Муська моя. И все. А у Тёмки получается. Ну еще да, еще до сетки. И поэтому в конце видео будет ставочка с его телефона. У него красиво получается снимать. Ну, в плане телефона хорошо. Ни одной утки нету. Это шутки были? Короче, зря мы хлеб приперли. Непонятно, куда мы вышли. Совсем непонятно. Ладно. Хотела возле озера потусить, ну пройти вокруг опять, но это очень-очень долго, это часа 2,5-3 идти. Мы прошли только 1/3 вдоль озера. Но я говорила, здесь есть какие-то странные ответвления куда-то внутрь. Возможно, что-то там есть. Ну не знаю, если идти вот так, как бы там людей нет. Да, никто не идет, и оттуда никто не выходит. Скорее всего, там тупик, либо мы упремся в то здание, куда-нибудь в бочину ему. Ну, я так думаю. Хотя, кто его знает. И таких вот тропинок от дороги здесь очень много. Ну, куда-то же они все ведут. Ну, или, по крайней мере, точно. Сейчас непонятно, куда они ведут, не ведут. Скорее всего, большинство этих тропинок либо просто делают круг, и ты выходишь опять на озеро, либо тупик. Одно из двух. Иначе какие-то указатели бы стояли, да? Непонятно. Куда она идет? Ой, блин. Мне что-то на голову все время капает. Что это такое?